Приветствую, видеоблогер Екатерина Снитко. И небольшое напоминание о вот этой юбке. Посмотрите кадры фильма, как я пересаживала это растение. В этом же горшке, видимо, воткнули черенок герани. Я ее, конечно, отсажу. Сейчас посмотрим, как получится вытащить вот это растение. Корни глубоко ушли. Но надо пересадить отдельно. Вырывать нельзя. Видите, вот я стараюсь аккуратненько освободить. И смотрите, как угнетено было растение. У такого большого растения такая маленькая корневая система. Сейчас я его быстренько пересажу и покажу уже это растение. Уже сажаю, в какие горшки есть. Не до красоты. Спасти бы растение. Вы видите, находится на солнце. Дома такую грязь разводить не хочется. На середину его надо. И сейчас пролью хорошенечко. Ну и буду следить. И вам буду показывать, как оживет и какого цвета будет это растение. И убрала это растение, которое росло в горшке. Благодаря пересадке умирало. Кадры, конечно, мне казалось, что я даже не спасу его. Но посмотрите. Вот какое чудо! Какой красивый цвет. У меня много гераней, разные цвета, но вот такого чуда у меня еще нет. Поэтому всегда, пересаживая растение, надо надеяться на хороший результат. А если вы любите растение, то, конечно, результат будет хороший. Вам понравился результат пересадки этой юбки и вот этой герани? Если да, то пишите комментарии, ставьте лайк. Я своего рода доктор Айболит для моих растюшек. У меня есть спасенная герань. Кстати, я вам сейчас ее покажу. Вот эту герань я назвала аленьким цветочком. Эта герань была найдена в лесу на куче мусора сухими-сухими совершенно корешками. И я спасла. Посмотрите фильм. Так что спасайте растения, и они ответят вам красивым ростом и своим видом. Всего вам доброго!